Лином, лином. А, этого пацанчика я знаю. О, сообщи, пчел. Ты меня специально подсовываешь в моменты, где они кривляются, да? Я забыл. Добро пожаловать на самый уютный кей-поперский канал. Давно мы Янца с вами не видели. Да, вполне себе. Ребята, вы не поверите, но это 5-й выпуск. Его можно посчитать юбилей? В принципе, да, так как эта рубрика у нас уже идет с 17-го года, получается больше 3 лет. Да. Поэтому сегодня 5-й выпуск, юбилейный. Сегодня, по ее словам, меня ждет нечто новое, интересное и прям что-то прям вообще жесть. Я для Яна составила тест, где он будет сегодня изучать группу Stray Kids. Вы в комментариях под прошлым выпуском писали, что хотите увидеть в выпуске Stray Kids. Я и выбрала. Также вы можете посмотреть прошлые выпуски, их на минуточку 4. Ссылочки все будут в описании. В 5-м выпуске я решила покреативничать и придумала вот такую систему, новый тест, где я буду засчитывать ему баллы. И в конце ты узнаешь свой статус. Отлично, отлично. И комментарии от Академии Биаса. Супер. А может, еще диплом получу? Диплом тоже. Отлично. Перед тем, как начать, советую вам подписаться на наши инстаграмы. Там ведем полную активность. Вы можете с нами общаться, смотреть наши сторис. Ссылочки будут все в описании. А также, если вы вдруг не знаете Stray Kids, учите вместе с нами. В конце видео узнайте свой статус и пишите его в комментариях. Так что, поехали? Погнали! Добро пожаловать в Академию Биас. И сегодня мы тут собрались ради того, чтобы после этого урока вы знали наизусть всех участников какой-либо группы. О, переживаю, мой первый экзамен. Сегодня у нас в программе группа Stray Kids. В конце этого теста у вас будет определенное количество баллов, за которые вы получите свой статус. И узнаете, хорошо ли вы справились с данным заданием. Вы готовы? А, конечно. Тогда начнем. Фотографии и видео участников. Банчан. О, ну это легко. Вот это, мне кажется, это вот и... Так он еще в жизни не ошибался. Я думаю, вообще прям на изи разнесусь, вот, по крайней мере, с ним. Банчан лидер. Банчан лидер. Это главное. Опиши внешность Банчана. Как описать его внешность? Ну вот, только что его увидела. Опиши внешность Банчана. У него стрижка такая, что у него лицо более такое вытянутое, более квадратное. Не забывай, что стрижки бывают разные. Да, я знаю, это я знаю, это самое такое. Но, по крайней мере, на фотографии, которую я здесь увидел, у него более такое вытянутое лицо, более квадратное лицо. Угу. У него достаточно большие глаза с синяками, мне как мне показалось, какие-то, ну, не знаю, то ли это мейкап такой странный. А в остальном, в принципе, обычный айдол. Ли-ноу. Ну, это ты сам будешь читать. Ли-ноу, ю-ноу. Я не прочитал, кем он является, но не важно, ладно. Настоящее имя Мин-хо. А. Ли-ноу. Ю-ноу. А, так. Блин, обычный айдол на самом-то деле. Обычный, вот я... Ты просто запоминаю. Просто запоминаю, да. Есть ассоциации с Мин-хо? Мин-хо. Настоящее имя Мин-хо. А. Я же только тебе сказала, что это он и есть. Так, я за внимательность точно тебя не плюсую. Подожди, есть ассоциация с Мин-хо, это как? Есть ассоциация с Мин-хо. И вот как хочешь, так и отвечай на вопрос. Мне все равно. Я, главное, слушаю твой вопрос и решаю, ставить тебе плюс или нет. Хорошо. Я отвечу нет. Я не понял вопрос, давай дальше. Ясно. Следующий. Сон Чан Бин, рэпер. Со Чан Бин. А, этого пацанчика я знаю. О, сообщи-пщо! Этого я знаю. Ну такой, ой, у него нос такой здоровый, ого. Пельмень. Чан... Ну, запоминай. Чан Бин. Сон Чан Бин. Заколабил с собой с Чан Бином. Конечно. О, сообщи-пщо! Построчки вы читали, мне кажется. Хван Хёнджин, рэп, танцы. Ага, Хван Хёнджин. Вот этого пацана я знаю. Я могу его отличать, по крайней мере, по длинным волосам. А там где длинных волос нет, отличу, да? Большие губы, большие брови. Опиши внешность Хёнджина более подробнее.
брови, как у меня, короче, достаточно толстые такие, губы какие-то напухшие у него, и у него вот такая улыбка какая-то, она вот в стороны идет, очень прям... Очень прям, вот, пусть так. Очень прям. Очень прям. Короче, я прям... А ты сможешь его узнать, если он будет без прически вот этой вот? Я думаю, да. Мы это проверим. Хан Джисон. Или просто Хан. Ого, отлично. Ты мне специально подсовываешь моменты, где они кривляются, да? Чтобы вообще ничего не понятно было. А, я понял. Кукисо-со-то-то-то-то-то-то-то. Та-та-та-та-та-та-та-та. Я понял. Видите, я по одному камбэку все знаю. Просто много раз его смотрел. Тебя что-то смущает в нем? Ему, наверное, лет 16. Почему-то. Вот. Вот это единственное, что меня смущает в нем. Слишком молодо выглядит. Ты что думаешь, он Макне? Ну, может и так, потому что... Потому что я так думаю. Ли Феликс, твоя любовь. О, идем на... Спасибо, я понял. И Ким Сынин. Сынин. Ну. Я понял. Я Линоу и Сынин напутала. Ага. Ну, сейчас уже запомнила. Да, я запомню. Как думаешь, ты запомнишь его? Отличный вообще вопрос. Мне еще нравится вот это в углу. Рейтинг плюс 5. Думаю, что да. Смотри, если не запомнишь, я уберу этот плюс. Не, я ему не запомню, тогда сразу говорю. Ну тогда и так, ты и так без плюса остаешься и так. Не, я тогда запомню его. Ян Чонин. Макне. Ян. Хорошо, что я не сказал, что тут Макне. Отлично, Ян. Можно его Яном просто называть? Это считается? Да, считается. Отлично. Ян, тогда тебе надо запомнить. Ян. Тезка. Так, блин, а тебя хрен запомнишь. Представь, что Чонин твой младший брат. А, это даже не вопрос, да? То есть? Ну, просто представь. Это было бы крайне интересно, что мой брат в Stray Kids, а я ролики про кей-поп снимал. Это было бы, наверное, как-то странно, нет? Но скажу, что я вижу в этом плюс, потому что я был бы популярным. Кстати, да. Ты был бы хорошим блогером, слушай. Да, а так я говно полное. Плевать, успели ли вы выучить участников или нет, ну а теперь сам тест. Ну все, как бы все тут уже без пауз. Все. За каждого угаданного участника 5 баллов. Ограничение времени 10 секунд. Давай, удачи! Быстрее, говори тебе! А, не знаю, я не помню, сразу говорю. Surprise, motherfucker! Чан Бин, спасибо. Это не Ян, это этот... Surprise, motherfucker! О, это же этот! Я забыл! Я же не знаю его! Да, Ван Чан, вот я это и хотел сказать. Это Ян. Нет, это не Ян, это второй, который... А это кто? Который... В смысле? Surprise, motherfucker! А, ну спасибо, класс. Я вообще в шоке с тебя. Не, я сразу говорю, я не понимаю, кто это. Surprise, motherfucker. Это этот... О, стоп, Чейпчо, который считал, но это не засчитывается как ответ. Surprise, motherfucker. Мне за тебя стыдно. Это этот, Ван Чан. Смотри, кто. Surprise, motherfucker! Давай! Это... Нет, я не знаю. Дай хотя бы Феликс раз его дать. А, это Ян, классно. Второй уровень. За каждого угаданного участника плюс 5 баллов. Ограничение времени 20 секунд. О! Ну тут уже можно даже подумать. А, классно! Хён Бин? Нет, не Хён Бин. Классно. Ладно.
Здорово. Но это может быть Феликс, кстати. Ты имеешь в виду Хёнджин? Ну да, Хёнджин. Ладно, зачитаю. Хёнджин. А, ну я же сказал, может быть Феликс. Да, Феликс. Давай. А, вот это Феликс. Вот это... Ян вот это, пусть это Ян будет, короче. Такая музыка, я не знаю. Банчан и Чанбин. Угу. Давай. Господи, мне страшно. Феликс. Блин, там такое напряжение. Зачем я такую музыку вставила? Я не понимаю. Кто из них? Ну я вообще ни хера не понимаю. Ой, боже мой, ну, серьезно. Ханы всякие. Хёнджин. Хёнбин. Хёнджин. Это... Ян. Да. Господи, хотя бы один раз Ян помог. Уже неплохо. За каждого угаданного участника плюс 10 баллов. Неугаданный минус 5. Ограничение времени 40 секунд. Задание. Правильно ли подписаны участники? Если нет, нужно исправить. А, да, сейчас еще грамматикой буду заниматься, да, дайте листочек и бумажку. Я просто именно поменен, понял? А, охеренно. Поменять местами. Вот это Хёнджин. Вот это... Господи! Меня бесит это время! Пусть вот это будет Банчан. Не, пусть вот это будет Банчан. Вот это Банчан? Вот это Хан. Вот это Банчан, вот это Хан. Местами поменяю. Все. Смотри, кто из них кто. Это как? Ну ты правильно расставил, ты правильно расставил. Вот это здесь я угадал, да. Вот. Я подписала тех, кто не был правильно подписан. Но так ты этого правильно ставил, вот этого. А, и вот этого, да? Да, и вот этого. Феликса. И вот и Феликса, да. Троих, короче, слушай. Получается... Четырех ты угадал. Четырех? Мое почтение самому себе просто. Охереть, даже в первом уровне это так не это самое. Потому что я, твоя школа, она работает. Видишь, я вот в истерике, в панике начинаю их угадывать. Это стресс, понимаешь, из-за стресса. Когда времени не хватает. Когда время уже прям впритык. И я начинаю их угадывать, прикинь. Класс. Четвертый уровень. За каждого угаданного участника плюс 15 баллов. Неугаданный минус 10. Ограничение 7 секунд. Один участник лишний. Нужно показать, тыкнуть в того участника, который не имеет отношения никакой к группе. Понял? Да. Надо тыкнуть на участника, который не вливается в эту группу. А, то есть просто... Один лишний чувак. Понял? Просто одного лишнего чувака показать? Да. А, ну я сейчас на изи размотаю. Сейчас, я уже... Не Они мне как братья. Вот этот лишний. Нихера себе. Сюрприз, мадафака. Вот этот лишний. Нет, вот этот. Нихера себе. Вот этот лишний. Нет? А, ну ладно. Когда не ели, что ж ты не узнала? Когда... Та... Блин. Вот этот, по-моему, лишний. Нет. Я только не могу, ну ладно. Всё, не считается. Не считается. Вот этот лишний. О, как ты так быстро? Я думала, ты никогда его не угадаешь. Ля, в смысле? В смысле? А ты охерел? Пятый, последний уровень. Пятый, последний уровень? Ля! Четвертый уровень оказался самым легким. Это самое легкое же было сегодня. Что за приколы? Его надо было на первый поставить, слышишь? Ладно, хорошо. За каждого угаданного участника плюс 25 баллов. Неугаданный минус 20. Ого. Ограничение времени 10 секунд. Угадать, почистить тело, голосу и так далее. Я так и знал, что такая херня. Чья это задница? Ну, я так думаю, что это... Ну, пусть Феликс будет, в принципе, ну... Вы извините. Чанбин. Чьи это щеки? А, у того щекастого, по-моему. Ну, какой вообще кастался? Ну да, я забыл, все, у меня с головы вылетело, я не отвечу, пропускаем. Хан. Ладно, я засчитаю, то, что ты сказал. Окей.
Чей это глаз? А вот, по-моему, вот этого, у которого синяки под глазами. Нет, нет, не у него. Какой-то... Почему? Я всегда хочу... Ладно, потом об этом скажу. Чей это затылок? Это затылок Феликса, наверное. Я орну, если это затылок Феликса. Пусть затылок Феликса. Феликс! Давай, Фелик. Ну, как обычно, либо хан, либо банчан у нас. Это Феликс. Это уже Феликс. Я это уже сразу видно. На банчан зачитай, ты все-таки сказал, что это он. Все, тест пройден. Поздравляю! Чукаэ! Я как будто бакалавр закончил. Ребята, вам понравился тест, а? Сейчас мы будем узнавать статус. А сейчас я отдалюсь для того, чтобы подсчитать баллы. Да, жюри уходит. Я ухожу. Девочки, мальчики, я подсчитала результат. Результаты, конечно, неутешительные. Я бы не гордилась таким учеником в нашей академии. Ну, класс вообще. Блин. 140 баллов из 460. Да, это стыд. Просто это двойка. Ну а теперь давайте узнаем статус. 400. Лучший студент академии. Ну это понятно. Ты что, взятку мал? Было бы желание, выучил бы всех. Статус. Стей, у которого нет желания. Отлично! А, вообще, обосрали просто, классное вообще. Блин, я не могу просто. Было бы желание, понимаешь? Выучил бы всех сразу. Давайте, короче, соберем много лайков под этим роликом. И как-нибудь я сделаю тест для того, чтобы она уже поугадывала только женскую группу. Вот посмотрим, кому еще за кого будет стыдно. Ну, знаете... Я хорошо запоминаю лица. А я как Твайс назло тебе выручу. А сколько специально? 9. Мама меня, это же больше, чем Stray Kids. На одного человека. Ну, ребят, ну давайте соберем хорошее количество лайков. Понравился ли мой разработанный просто тест, который я сидела, разрабатывала. Тот вечер. Я на минуточку 5 часов на нем сидела. Ого, ну за это лайк надо поставить, за ребята. За это как бы лайк нужно поставить, ребята. И также оформить подписочку на канал и на наши социальные сети. Все ссылочки будут в описании. Ну а с вами была ваша Лисран и... Я. Увидимся совсем скоро на наших каналах. О, все, пока. Пока.